Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые. Я очень рада, что мы снова вместе. Кончились каникулы, и ваши, и наши. И я хочу поздравить вас с началом нового учебного года. И, конечно, пожелать тем, кто ходит в школу, пожелать постараться учиться хорошо. Потому что все, чему учат ваши учителя, нужно прежде всего вам. Это ваше будущее.